воля, чтобы мы ходили в Его воле. Его воля благая. Что значит благая? Благая — это хорошая. Угодная — что значит? Мне это выгодно. А что значит совершенная? Это значит лучше, лучше, лучше и лучше. Почему очень часто помазание не действует в жизни христианина? Он говорит: не упивайтесь вином, то есть не наполняйтесь грехом этого мира. Это вино. Хотим знать, как наполняться Духом? Аллилуйя. 19. Назидая себе псалмами и славословиями. Славословиями и песнопениями духовными. Не говори, знаешь, вот так. Хаем есть. Хаем есть. Нет. Это не говорит Господь. Говорит духовными. Духовными.